28 февраля 2026 года. Здесь очень оживленный пешеходный переход. И вот мы что видим. Здесь лежачий полицейский, у которого удалены составляющие части. Ну, вот машины едут, как видите, без остановки. Что с той стороны, что с этой. Вот. Здесь очень много переходит на этом перекрестке детей на улице Мира, где возле космоса. Почему не ремонтируют лежащий полицейский, нам неизвестно. Но самое главное, посмотрите на это. Посмотрите, торчащие болты. Они везде. Вот если скорая помощь у нас пробьет баллон, и кто-то умрет, тогда, наверное, будет резонанс. Иначе не доходит, наверное. Посмотрите, какие болты. Они по всей протяженности этого лежачего полицейского. Будем надеяться, на эту информацию обратят внимание. А пока так, бездействие.